Эйнштейн? Где вы? В механическом цехе. Я только что... Я слышал взрыв. Это не важно. Хватайте, что можете, и идите в мой кабинет. Мы эвакуируемся. Что? Что мне нужно? Нейромоды, экзотическую материю. Скорее. Встретимся в моем кабинете. Да, сэр. И прихватите с собой гипс-пушку.
проблема. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Что-то сломано. Класса Кобальт 410. Изучаю. В вашем костюме течет. Я установлю заплатку. Ремонт завершен. Новые инструкции. Я здесь. Параллельный волевой. Что-то сломано. Если хотите знать, как устроен объект, разберите его на части. Провожу диагностику. Список. Протоколы ремонта. Файлы что-то сломано. Проблема найдена. Определение ремонта. Добро пожаловать. Значит, чем я могу помочь? Что-то сломано. Я нашел вас. Дайте дорогу. Здравствуйте. У вас назначен сеанс. Я вас не заметил. Диагностируем ушибы, ссадины, усталость. Ничего смертельного. Стойте спокойно. Это займет пару секунд. Вы абсолютно здоровы. Пожалуйста, заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Передвигаюсь. Космос. Нужно вручную открыть замок, который есть в каждом шлюзе. Это мера безопасности. Но она ни к чему из неправда. Проблема найдена. Я вам выключаю. Возможно, телефоны уже вышли наружу. Сперва нужно открыть изнутри. И последнее. У вас еще нет двигательной установки, а она вам понадобится. Диагностируем ушибы, ссадины, усталость. Ничего смертельного. Расслабьтесь. Вы абсолютно здоровы. Пожалуйста, заполните анкету для пациентов, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Диагностируем. Болезни и травм не обнаружено. Дайте Боюсь, дорогу. От меня вам прока не будет. Разве что вас интересуют врачебные факты или шутки. Приближается оператор.
вас не заметил. Рад вас видеть. Передвигаюсь. Диагностирую. Болезни и травм не обнаружено. Боюсь, от меня вам прока не будет. Thank you.
Изучаю. В вашем костюме течь. Я установлю заплатку. Ремонт завершен. Здравствуйте. Рад вас видеть. Я здесь. Приближается оператор. Осторожно. Изучаю. Ваш костюм соответствует стандартам. Внимательнее. Передвигаюсь. Пониженная гравитация. Thank you.
целостность костюма нарушена.